Ребята, всем привет! Вы на канале Честный Перекуп. Меня зовут Михаил. И вы думаете, какого хрена ты делаешь за рулем Феррари Жекича Дубровского? Обо всем по порядку, чуть позже все увидите. Присаживайтесь поудобнее. Поехали! Пригнал я к вам аппарат. Привет. Привет. Ну, у нас в гостях Женя привез свою Феррари на продажу. Сейчас обсудим с ним, что будем делать. Так, смотри, задача, я так понимаю, продать задорого. Ага. Задорого. Как можно дороже. Нормальная Феррари. Неплохая. Слушай, она, знаешь, на самом деле на фотках, когда я ее увидел у тебя на Ютубе, она такая немножко... Ну, непонятно ее пропорции, да, и вот такую машину ее живьем надо смотреть. Она прям тут. Она такая лепешка. Она лепешка, да, низкая, плоская, широкая. Офигенная. На ней в городе реально ездить вообще или нет, Женя? Да, нет, ну реально, нет, я езжу. Но некомфортно. Сажусь на крузак и просто небо и земля. Я прям кайфую. Ну а где ее? Вот, видишь, у меня видел сопровождение? Сопровождение видел? Это ваш гелик. Мы гелик купили у них. Это такой кортеж, знаешь, Пантореза. Как бы все понимают, что старый гелик, что старая Феррари, старый гелик, да. Я видел твой видос, ты хочешь продать ее, ты там обмолвился, типа чуть-чуть накинуть в той цене и продать. Ну, типа, побыстрее, подешевле. Я думал, даже за 2,5, типа, нормально, да? Машина – это эмоциональная покупка. Люди, которые приедут ее к нам покупать, в любом случае должны увидеть лялечку. Вот смотри, я уже вижу здесь царапина. Здесь косяк у нас на бампере, это по-любому покраска. Загнуто крыло немножечко вот здесь, это надо выстучить, поправить. Вообще, в целом, я бы покрасил весь бампер целиком, потому что вот здесь снизу у него есть такой достаточно сильный пескоструй. Диски все на пыли от тормозных колодок. Кроме того, есть вот места, где с них немножечко полез лак. Посмотрим, может быть, мы диски перекрасим. Я вот даже не видел, на самом деле, вот эту царапинку, потому что для меня это как бы, ну... Нет, ты пока шел к этой Феррари, я понял, у тебя уже... Да, у меня глаз замылился. Пороги, посмотри, видишь, все отпескоструено, все поцарапано, вот. Вот. Вот это все, соответственно, эту деталь, этот пластик надо красить. Здесь на крышке царапина, крышки багажника, я бы ее тоже убрал. Без перекраса, то хорошо, да? Без перекраса. Смотри, когда открываем капот, сзади у нее, да, двигатель должен гореть и блестеть. Все немножечко пыльненькое, грязненькое. Я это все почистил, чтобы крышечку открыл человек, и прям класс. Фары очень красивые, но мутные и грязные изнутри. По возможности, если у нас получится, мы бы их разобрали и восстановили пластик, почистили все. Смотри, вот, это вообще... Видишь, смотри, здесь полезла краска, надо это все исправлять и делать. По салону здесь тоже надо кое-что поправить, сделать. В общем, это мы возьмем на себя. Офигеть. Всю предпродажную подготовку Жене мы поможем сделать. И когда машина пойдет в продажу, она будет вся гореть, блестеть и сверкать. Так что выглядеть будет очень красиво и нарядно. Вот, видишь, здесь везде какие-то вот такие моментики. Вот я, кстати, даже это не видел, на самом деле. Вот это вот. А на солнышке, это да, сразу? Шмурдяк какой-то. Вот эти. А здесь у нас вот этот пластик, он тоже какой-то невнятный. Тут какие-то царапины, он вообще липкий, неприятный на ощупь. Вот это вот я бы, соответственно, как-то исправить постарался. Вот человек мечтает купить Феррари. Может быть, вот со школьной скамьи, со школьной парты, вот шелк этой. Ну да, может быть, у него на тетрадке была нарисована Феррари, да? Да, и он должен, наклейки всякие, он должен прийти, вот увидеть, блин, офигеть просто. Во-первых, тачка Жекича, да, ее уже все знают, то есть, ну, такая как бы хайповая тачка. И при этом, чтобы она горела и блестела, и чтобы любой, кто ее увидел, подумал, блин, типа, вот это Феррари. А что, руль должен вот так, да? А он так был? Это, ну-ка, я тут не делал никогда.
То есть это, ну, вообще, в принципе, удобно. Не надо никаких рычагов нажимать, ничего. Раз, так сразу на себя потянул. И все. Следы эксплуатации, потертости на коже. Во-первых, она требует химчистки, она сразу станет выглядеть гораздо свежее и лучше. И, наверное, мы вот эти моменты просто покрасим специальной краской для кожи. Я вижу здесь по кузову еще всякие эти тычочки есть. Мы их тоже все уберем без покраски. Думаю, что у этой машины потенциал есть на самом деле. У меня мысль какая есть. Ты когда приезжал забирать вот этот вот гелик, да? Да. У нас с тобой состоялся разговор по поводу следующей твоей машины. Ты сказал, что хочешь либо Rolls-Royce, либо новый гелик. А я обмолвился такой фразой, что типа того, а как тебе Range Rover? У меня в продаже сейчас есть два Range Rover. Короче говоря, я тебе один из них хочу дать на пару дней погонять. Круто. Мне хочется, чтобы ты, во-первых, как человек, который приверженец крузака и который не имел опыта такого более тесного общения с ренджом, попробовал, что это за автомобиль. И через несколько дней мы с тобой встретимся, и ты мне расскажешь, как тебе рендж зашел или нет. Да, может быть... У меня есть ощущение, что может быть что-нибудь растет. Да, прикинь, так зайдет, что я просто приезжаю к тебе отдавать рендж и выкладываю там сколько, 6-700. Ну а что, могу себе позволить. О, 6700 отдаю, и все, это уезжаю на рендже. Блин, офигенный, он так в идеале вообще. Мне страшно брать такую тачку. Блин, круто, лухари. Круче, чем в крузаке. Вот, если жена на нем прокатится, скажет, что охренеть, берем. Может быть, куплю. Бери, катайся на него к другой, рассказывай своим, нашим. Увидимся с тобой через пару дней. Круто, спасибо большое. И обсудим. Давай. Спасибо. Гелик снимай. Не заделывай вещи. Давай. Ну что, друзья, у нас есть несколько дней на то, чтобы привести Феррари в порядок, подготовив ее к продаже. Женя уехал на Range Rover, пусть катается и наслаждается. Ну а мы отправляемся в детейлинг, так что погнали. Что-то в этом есть такое. Женя, привет. Твоя Феррари в надежных руках. Да, в надежных, прям надежно. Ребят, узнаете вот эту историю, да? Если алды узнают, то напишите в комментариях, из какой компьютерной игры этот вид. Я помню, что из детства, но какая игра, конкретно не помню. То ли Need for Speed, то ли другая какая-то. Стоило нам только выехать, и мы тут же вкрякались в пробку на МКАДе. Была погода плюс 30, жарище. И посмотри, что впереди. Смотри, там просто черным-черно, туча. И чтобы вы понимали, мы едем на заднеприводной машине с мотором сзади и с щетками стеклоочистителей, которым, по-моему, лет 20, они все в труху. То есть сейчас, если мы попадем в ливень, это будет, блин, адреналин. У меня и так руки трясутся. Надо понимать, что вообще эта машина крайне не любит пробки и вот такую рваную езду. Ее жизнь начинается с 5000 оборотов, ближе к 6, к 7. Тахометр вообще размечен до 10000. Робот начинает гореть, сцепление горит. И коробка приезжает очень быстро при езде вот в такой городской обстановке. Ребят, как вы представляли бы себе вашу первую поездку в жизни на Феррари? Вот у нас просто жесть. Мы стоим в жесткой жопе. Это просто не пробка, а жопа. Идет дождь,
дворники хрен пойми как работают, но это просто вообще, вот знаете, вот чтоб все совпало называется. Обидно, но я надеюсь, сейчас эта туча пройдет и распогодится все-таки как-нибудь. Короче, у нас запотевают окна, кондиционер, я не знаю, как здесь включается. Идет дождь, я ни хера не вижу, дворники не работают толком. В общем, едем. Вроде как я разобрался с тем, зато вот дождь пошел, я разобрался, как работает кнопка включения кондиционера. Это совершенно нелогичная кнопка «Стоп». То есть просто нажимаешь кнопку «Стоп» и включается кондиционер. Это вот итальянцы, и этим вот абсолютно все сказано. Вообще, конечно, я думаю, что Жене сейчас за рулем Range Rover явно комфортнее, чем нам в этой Ferrari по пробкам. Вот сейчас бы на треке оказаться, это да, это был бы кайф. А в городе я уверен, что Женя сейчас просто кайфует на своем Range. Если вы неизвестный блогер, то, конечно, покупка такого автомобиля – это безумный поступок. Я представляю, как у покупателя такой машины идет война между разумом и сердцем. Сложнейший выбор сделает лишь сильнейший. Купить привычный всем обычный автомобиль или исполнить мечту и купить Ferrari. Вот я, честно сказать, еду за рулем, понимаю, сколько здесь всяких скрытых нюансов, сколько всяких моментов. И вот у меня такая мысль, я вот все-таки думаю, может быть, детские мечты иногда должны оставаться мечтами или нет. Вот не знаю, согласны вы со мной или нет, напишите в комментариях, поделитесь своим мнением. Мы сделали это. Короче, это, хочется сказать одну фразу только это из нашего любимого кино. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса! Ну не отчаивайтесь. Ну, в общем, своеобразно, ребят. На самом деле, если стоишь по пробкам, вот как мы сейчас ехали, мы собрали просто все пробки, идет дождь, это кайфа никакого нет. То есть, вот я прям ребятам на Range Rover ехал и завидовал. Ну, как бы это вот Ferrari, детка. Привет. Здравствуй, Миша. Ты узнаешь тачку? Знаешь, это то, чья? Что я думаю, знаешь, да? Чья? Хочешь сказать моя, но не моя. Это то, что я думаю, да? Это то, что ты думаешь, да. Самое интересное, что Серега, он знаком с Женей. В какой-то из серий, я так понимаю, у вас была движуха. Он покупал у тебя Pontiac. Да, он Pontiac. Какой Pontiac? Гран-при. Гран-при. Ну, короче, на улице дождь. Давай так поступим. Загоняем ее к тебе. И там все обсудим. Короче, Серег, я тебе полностью доверяю, ты сам прекрасно знаешь, кучу машин сделал, ходить пальцем показывать каждую деталь тебе не надо, ты знаешь, чья это тачка, нам ответственность на мне лежит, на тебе лежит, так что сделай все красиво, пожалуйста, ключи машины остаются у тебя, делай, занимайся, а мы будем свое дело делать. Слушай, Мишаня, так. Есть новый способ, лайфхак такой, я его не проверял, конечно, но я думал, он сработает на ней. Обоссать и сжечь. Не, не вариант.
Хорошо, давай дальше. Ты мне поможешь сейчас, короче, мы сейчас... Колеса открутим? Нет, 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 одним делом займемся очень важным. Есть такое растение чудесное. Говорит, помогает лучше химии. Надо его... Подороже. Подороже, чего? Да, надо курить будем, что ли? Нет, 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 подожди, ну рано. И поедем кататься. Рано, рано, рано. Надо на все места, которые вот там отработают. Я на сцепление положу сразу пачечку. Там на втором этаже. Серега, смешно. Так, вайпер есть. И вот здесь просто вот так. А есть большой такой лист, что прям на третий? Нет, к сожалению, не нашел. Я эти нашел. Короче. С трудом подорожники. Вот эту фару, они утверждают, что надо снять дверь. Я в это отказываюсь верить, но походу это действительно так, потому что чтобы снять эту фару, надо снять это крыло, а чтобы снять крыло, надо снять дверь, чтобы его там с торца можно было открутить. Но это не точно. В общем, я не знаю, где здесь логика. В общем, Феррари остается в детейлинге. Если не хотите пропустить, как она у нас преобразится, то обязательно подписывайтесь на наш канал. Если серия понравилась, ставим лайк. Не понравилось, ставим дизлайк. А также не забываем подписаться на наш инстаграм. Там все самое свежее, актуальная движуха, все тачки, которые у нас есть в продаже. Заходите, там тоже интересно. Прошло пару дней, как мы оставили Феррари у Сереги. И только что он позвонил и предложил идею, которая просто меняет весь этот проект и всю суть вообще с ног на голову переворачивает. А мне идея очень понравилась, идея классная, хайповая, уверен, что она зайдет, но надо эту историю согласовать с Женей, поэтому мы ему сейчас будем звонить, и если он согласится, то вас ждет просто бомба. Алло. Привет. Да, да, Жень, привет. Слушай, есть идея, короче говоря, Серега позвонил, который твоей Феррари занимается, ага. Предложил просто пушечную идею, она, правда, меняет всю концепцию в корне, то, о чем мы с тобой договаривались, но будет пушка, если ты согласишься. Так что присаживайся, я тебе сейчас все подробненько расскажу. Круто. Да, ну все, ладно, Жень, давай, пока. Давай, да, все, давай, на связи. Ну что, ребят, все, Женя согласен. Круто, короче, просто будет пушка. Ждите следующую серию. Все.